Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня китайка, и у нас будет битва гильдий. Будем, не знаю, трешевать, не трешевать. Решил вам еще показать дополнительно, какие все-таки базары должны быть у нас. Давайте начнем с китайки. Вот китайка за покупку, то есть на протяжении там 5 дней, чем она интересна, вы можете собирать там топовые, скажем так, забирать плюшки с базара, вот сейчас покажу вам базар, и соответственно дополнительно получать еще призы. То есть вы можете собрать 1,5 огника, да, там кучу разных плюшек, при этом вы еще заберете отсюда полностью все. Посмотрите, какой на китайке сегодня базар. Да, понятно, то есть получается за большой пак 50 осколков уже становится огнекрыл дешевле. Седьмые руны на Виталбун, честно говоря, ни о чем дар жизни. Рвение даются талантики. Ну, верхний пак так себе. Посмотрите на пак, который у нас средний. 8 сумочек сразу дают, 6 рун, кучу кристаллов. Такие вот сумочки, где можно раскол выбить, скины новые. То есть вот так вот. Дальше за 600. Вот такие вот плюшки, 2 грубых. 18к кулаков, почему бы и нет. То есть вот так вот, ну уже мелкие пошли тут, коробки, руны, ну и соответственно кристаллы у нас тоже продавались. Вот еще 50 осколков, 6 7 эмблемки плюс 300 топовых слизней, тоже очень круто. Здесь по акциям, по-моему, ничего такого. Сейчас посмотрим, что тут за призы. 7, 6, 5 ремка. Вот уже по 2 лепят. Вот так вот. Интересно. А, также я вам сейчас покажу, тоже мне вчера показали. Вот, например, фонтан, да, идет. Посмотрите, какие у нас сейчас будут изменения. Я беру вот так вот. И сразу x2, видите? А, то есть умножается на 2. Не знаю, или это здесь какой-то праздник у них, или что. Вот у меня сейчас 6. У меня будет сейчас 12. Смотрите. То есть вот так вот умножается еще дополнительно. Ну, остальное, честно говоря, тут вам особо показывать сейчас нечего. Поехали. Посмотрим, что у нас там противники на битве гильдий. 274, я тут еще, наверное, сейчас и в топе буду. 291, 321. Вот так вот будем, походу, сейчас вообще бить одну гильдию. 293. Да, будем калашматить одну гильдию. Ребята, у нас идет набор в гильдии. Кидайте заявочки, вступайте. Ну, это третьи против топов попались. Атака фортов тоже прошлую я не показывал вам. Показал атаку с US-ки. Здесь атаку уже не показывал, потому что был немножко занят. Вот тоже кинула против топовой гильдии, у которых там в 5 раз больше силы. Не в 5, а в 4. Причем было весело. Поэтому введем активный набор игроков. Кто играет на китайке, у кого есть хорошие твинки, кидайте. Главное, чтобы вовремя проходили локации. Так, окей. Пум-пум-пум-пум-пум. Поехали. Посмотрим, что тут у нас сегодня за топа. Так. Понятно все. Тут, в общем, все уже понятно. С этими топами мы разобрались. Ничего себе, там кто-то Анубиса даже уронил. Вот это да. Так, следующий у нас топ. Кстати, хочу потестить Рея и Махатму сзади выпустить. Не, я хотел Махатму. Зачем мне огнекрыл? Вот
Так, вот их хотел потестить. Видите, что она делает? Она, конечно, жестко фигачит. Но тут тыковка на разгоне. Плюс ворожей. Но неплохо. Так, а если так мы сделаем, как не крыло с другой стороны. Ну, так вот повеселей. Ну, кайфовая Махатма, конечно, у нее отхила, блин, с утеканием. Плюс исцеление творит чудеса. Сейчас пойдем попробуем. Ого, ничего себе, посмотрите, какой ворожай там жесткий. Какой-то читерный. Там еще и Анубис оставался. Жесткие, жесткие они. Так, окей, поехали, следующий топ. Так, а ну-ка, у меня есть здесь исцеление, интересно. То я что-то не припомню. Шестерку вижу. Так, шестерка на Гаргуле есть. Еще одна шестерка. В принципе, можем сейчас сделать семерочку. Почему бы и нет? Так, окей. Пум-пум-пум-пум-пум. Попробуем. Берем отсюда живу. Попробуем такой вот вариант. Я уже ее показывал на обзоре с связки. Вот реально просто жесткая такая. Так. Поехали дальше. Не знаю, что она тут, конечно, сейчас натащит, но... А, тут Фрейя есть. Ну, 78к, ребят. Посмотрите на этот отхил. 78к. Это просто жесть. Она просто мне нравится, посмотрите. Ну, вот это герой. Вот это да. До свидания. Там даже Фрейя сейчас будет отдыхать. Посмотрите, что она делает. Соло. Фрейя, до свидания. Анубис тоже сейчас до свидания будет. Некрос однозначно, до свидания. Офигенный герой просто. Все, просто соло базу, ребят. Соло. 6. Поехали, следующий топ. Ну, попробуем опять трешануть. Посмотрите, что делается. Просто пофиг. Какая там Фрейя? Фрейя отдыхает. Бабуля тащит. Нереальный герой просто. Так, повелитель бури, Ара. Еще одна Фрейя. Ну окей. Поехали. Let's go. Правда, у меня, видите, питомца нету. Надо было поставить эту. Вот посмотрите, как она сейчас разобрала просто тупо повелителя бури. Просто сказала ему до свидания. Тыковка, давай, иди сюда.
Варжей. Это просто жесть, ребят. Соло вытаскивает. Я понимаю, если там один на один, а тут, блин, пачки героев Фрей тащит. Насколько вы знаете, Фрей реально очень и очень проблемные герои, но до определенной сборочки это просто огонь. Вот так вот, налегке. Налегке 3700. На меня еще никто не нападал. Боятся Охника, что ли? Спят еще все. В общем, вот так вот, ребят. Вот такая вот битва гильдий. Такое вот прохождение Махатмы. Ну, Махатма просто мега-мега крутой герой. Давайте сейчас взорвемся. А, тут не на кого зарываться. Пока на арену. Хотел на арене поугарать. Да, тут она сейчас с центра поля зафигачит. Я же говорил. Так, а ну-ка тут. Ну давайте, покажите класс второй эволюции. Удивите меня. До свидания, Фрейя. Тебе тоже говорят до свидания. Просто жесть, ребят. Даже питомца на отхил не надо. Просто наяривает жестко кидом. Ну, сейчас мы к тебе придем в гости. Вот тут Бигфут, ничего себе, вот это вы жестики, жестко, жестко, жестко. Ну, давай, покажи класс, покажи, кто в доме хозяин. Блин, мне надо питомца все-таки ей. А, там тыковка разогнала. Думаю, что-то жесть. Ну, давайте ей поставим сейчас. Нет, а поставим ей вот так вот. Поехали еще разок сбегаем. Посмотрим, что будет сейчас. Да. Молчанку нам кинули. Ну вот все, видите. Вот когда Рудольф просто тупо снял дебафа. Она, в принципе, снимает с себя дебаф, он еще подхиливает. В общем, вот так вот, ребят. Вот такая вот битва гильдии у нас была. Сейчас я вам зайду еще покажу на других. Точнее, не на других, а покажу еще на английском базар. Я толку вам его показывать. Только расстраиваться будете. Захотите, сами зайдете. Там все как обычно, каждый день меняется. Ну, смотрите, Фрейя просто улетает. Хотя, казалось бы, должна выносить любого героя. Но не бабульку такую. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Конкурсы в описании. Ждем обнову. Всем удачи, всем пока.